Unseen Saga. Путешествие викингов. Чтобы спасти Мидгард, Тор и викинги отправляются в Древнюю Грецию в поисках лекарства для Фенрира. Однако вскоре они понимают, что задача, стоящая перед ними, будет сложнее, чем они себе представляли. Не забудьте подписываться на канал. Ну, давай-ка по игре пройдемся. Конечно, графика здесь мультяшная. Ну, игра вообще-то представляет из себя, в принципе, кликер. Судя по всему, и будет также на андроиды. Но тут самое главное и примечательное, вообще-то, так это история, которую рассказывают по ходу игры. Но если быть вкратце, то Тору, богу грома, нужно вылечить своего песика. И он отправляется в Древнюю Грецию. Правда, судя по всему, перед путешествием они изрядно выпили. Ну, и остался только в дееспособности частичный Тор. Остальные его спутники при телепортации, видно, еще добавили. И поутру им нужно водички принести. После чего они, по ходу дела, весело обратно бегут в таверну. Продолжать бухать. Ну да, а мы, если так уж посудить, с неотрезвевшим Тором, ремонтируем все, что начудили викинги после попойки ночью. Ну да, судя по всему, днем их очень жутко сильно развезло. Больше никак я это, в принципе, не могу так посудить, потому что здесь происходит, потому как выглядит Тор, потому как выглядят викинги. Вообще-то по игре написано, вот им плохо стало, им надо водички принести. Ну да, особенно Тор, которого шлем наперекосяк, и его викинги, которые икают. Водички, плохо им Анджеры стало. Ну, короче, игра, да, про пьяниц викингов и про бедных древнегреческих богов, которые увидели все это и приходится ремонтировать после того, как пьяные викинги здесь пол Греции расхреначили. Ну, милота. Ну, это да, такой подсмысл игры. В принципе, игра, вот именно истории, довольно любопытная, но только истории. Сама по себе это, в принципе, обычный такой милый кликер. Можно так сказать, для детей. Попробуйте, в принципе, игрушечка-то бесплатненькая. Можно порубиться, посмотреть, что-то как к чему. Ну, хотя бесплатная тут только, насколько я понял, демоверсия. Хотя посмотрим еще дальше, что будет.